Любаемся. Смайлинг. Это очень важно. Это видео посвящается очень хорошему, уважаемому человеку Олеговичу. Он сейчас борется за жизнь, и мы надеемся, упражнение, которое мы сейчас покажем, ему поможет. Доктор Рао в Индии научил нас этому упражнению. Это дыхательное упражнение, называется пранаяма, часть йоги, очень важная часть йоги. Так вот, доктор Рао уже не делает это упражнение, потому что ему 95, уже лет 5, как 95 лет. И на вопрос, почему он его не делает, он говорит: иначе я никогда не умру. 95 forever. Делать это упражнение лучше на рассвете или перед рассветом. Считается, что в 4 утра самая сильная энергетика пранаямы. Но это не обязательно. А вот на рассвете важно на голодный желудок, empty stomach. Да. И очень важно должно быть положение, когда спина ровная. Вы можете сидеть на полу в классической позе йога, вы можете сидеть на диване, на стуле, но спина должна быть ровная. Не горбиться. Всего несколько минут, just few минут, и вы здоровы, да. Итак, приготовьте салфетки, они вам понадобятся. Вот. Начинаем просто вдыхать и выдыхать воздух через нос, без without, first without. А дышим мы вот так, так. Вот, уже понадобились салфетки. Зимой особенно это важно. Вот. А Герольду нравится больше уже через одну ноздрю. То есть вот так ставим пальцы. Вот так. Этой зажимаем одну ноздрю и дышим через одну ноздрю. То есть внимание на выдох. То есть выдыхаем интенсивно. Вот. Потом вот этим пальцем зажимаем другую ноздрю. И тоже внимание на выдох. Вот. А теперь очень важное такое упражнение, когда вы зажимаете одну ноздрю двумя пальцами, вдыхаете, поднимаете вверх голову и в положении вверху меняете положение пальцев и выдыхаете через другую ноздрю. Показываю. Possible without moving head. Можно головой не двигать вверх-вниз. Можно, голова не двигается, можно, голова двигается. Когда выдыхаешь, то нужно живот внутрь втягивать. Но это рефлекторно получается натурально. Еще раз. Салфетки идут в разнос. The stomach comes automatically back. Да, да, живот будет возвращаться из положения вдоха автоматически. Скорость, как это делать, должна быть комфортная. То есть можно делать быстро. Можно делать медленно. What is important? Smiling. И да, не забываем улыбаться.
Улыбаемся. Я. Вот это одно основное упражнение, которое, если делать каждый день, ваша жизнь будет долгая и здоровая. Есть еще одно маленькое упражнение, оно очень полезно для здоровья, особенно для пищеварительной системы. То предыдущее было для мозговой деятельности. Вот это, которое мы сейчас покажем, оно еще проще. Оно очень полезно для пищеварения, for digesting. Это всего лишь нужно выдыхать через нос и во время... А еще для сердца, Герольд добавил правильно. И когда выдыхаем, то живот автоматически он втягивается, и воздух, вы внимание концентрируем на выдохе. А вдох происходит сам собой. То есть никто не умрет от нехватки воздуха. То есть это упражнение очень простое, но его нужно делать долго. То есть там 1-2 минуты хорошо, 5 минут тоже хорошо, 7 минут еще лучше, 10 минут отлично. Выглядит это так. Again, the stomach inside, no? И улыбаемся. But not only smiling, also exercise. Не только улыбаемся. Ну, в общем, мы можем сидеть долго так перед камерой и дышать и улыбаться. Хорошо это действительно делать долго, но сколько получится, столько получится. Вот эти два маленьких упражнения, они очень эффективны, очень простые. И суть в том, что через дыхание энергия приходит к нам. Энергия космоса, Земли, Вселенной. И мы наполняемся этой энергией, все органы работают гармоничнее, и здоровье приходит с таким простым, с такой простой рекомендацией упражнений пранаяма. Ну, а в конце можно медитацию смеха. Laughing meditation. Это очень хорошая медитация, даже если вам грустно, ваше настроение изменится. И смех внутрь. Всем спасибо. Желаем долгих-долгих здоровых лет. Have a nice day. Have a nice day, healthy. Have a nice day, healthy. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Я хочу кушать. Ha 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 ha!